На самом деле, что лично для меня такое спорт, да, со спортом неразрывно связана вся моя жизнь, начиная с 7-летнего возраста, когда я начала заниматься художественной гимнастикой, это тоже был достаточно длинный путь, вот. Потом был Институт физической культуры имени Петра Францевича Лезговта в Санкт-Петербурге, и после этого были как бы мысли о том, что продолжать работать тренером, да, или начать что-то другое делать. Вот. И все равно жизнь меня опять-таки к этому вернула. И на самом деле я понимаю, что вот то, что было заложено в детстве моими тренерами, как раз теми людьми, с которыми я общалась, это все-таки дало мне импульс дальше в жизни для дальнейшего творчества. Также я занималась танцами, как раз вот здесь вот в «Металлисте» я занималась в ансамбле «Летите, голуби». Тоже у прекрасных педагогов, которые тоже вот заложили во мне основы хореографии, танцевальности, той, что нам сейчас в нашем виде спорта очень нужна, да, потому что все знают, что черспорт – это синтез, да, синтез и гимнастики, и танца, акробатики, шоу. Поэтому как раз-таки я считаю, что вот моя жизнь теперь неразрывно с этим связана, и уже без этого я жизнь своей, собственно говоря, не представляю. Дети мои тоже занимаются, тоже вместе со мной этим видом спорта. Вот сейчас старшая дочь Ульяна будет пробовать себя тоже в качестве тренера, помощника тренера, и уже она готовила и спортсменок, и на соревнования ездила с ними, поэтому я думаю, что это на самом деле, может быть, даже будет и такой нашей семейной традицией, но посмотрим. И еще один вопрос. Что бы вы пожелали на день физкультурника вашим коллегам, вашим спортсменам? Емко, кратко, что бы вы пожелали? Хочется пожелать на день физкультурника всем коллегам обязательно здоровья. В наше вот такое непростое сейчас время, да, понимая, что здоровье – это на самом деле даже вот, ну, самое главное. А все остальное, я думаю, что приложится. Если будет здоровье, то на самом деле будут и возможности какие-то. Люди будут находить эти возможности использовать. Вот, и я думаю, что все будет здорово, замечательно.